находимся у въезда в монастырь Никоряны Молдавии. Если вы держите путь отсюда, это направление как называется? Никорянск. Здесь Никоряны, а да. Предыдущий? Город или что? Да. Белц. Вообще город Белц рядом. Город какой? Белц. Большой? Как? Бельц. Бельц, да? А вот если мы из Бельца, мы по этой трассе, ориентиром у нас служит вот такой вот крест, который находится при въезде, при повороте, да, в монастырь. Уникальное творение рук человеческих. Вот, сейчас вот эта дорога, которая ведет сам монастырь, там немножко вдали, чуть позже мы там окажемся. Отец Афанасий, расскажите историю какую-то вот этого креста. Растегнили мог темп, только монастырь Афанасий мог темп, но и ранг, который это проект для Афанасия Афанасия растегнили. В принципе, давайте мы пройдем туда и так рядом. Он выглядит как монолитный камень. Это он сделан из частей или это из одного камня сделано? Нет, этот камень сделали из частей. Это косоводский камень получается. И именно, что, если там заметить, там надписи такие, молитвы, там что, например, написал, это именно по желанию царя Рафаила, именно по его заказу. Это все, там были написаны вот эти молитвы? Ну да, эти молитвы, именно на заказ царя Рафаила, настоятеля. Все это делается из кусков. Из кусков потом здесь складывает, соединяет вот шовы, какие-то такой крест уже. В принципе, даже видно, вот, если смотреть, здесь шов, там шов, здесь шов, например, так кусками. Насколько я знаю из истории, это пожертва из, прихожан. Да, это пожертва, если не ошибаюсь, даже одного только человека. Это один человек, который пожертвовал... Я не точно могу сейчас сказать, но я здесь вот так понял. Ну, история в конечном варианте об этом умалчивает, но это жертва одного из прихожан, который... Да. Платил или как? Или да. Спонсировала, да. Очень такая тонкая художественная работа, вот выполнен сам крест. Что интересно, что у нас вся руками делается. Это камень или это искусственное? Нет, это камень. Это резается такой, это большой. Резка из камня. Да, это резается такая плитка целая, и потом из нее уже режет разные фигуры. Там крест, спаситель тоже. Спаситель тоже отдельно сделан из кусков большого камня. Отдельно там был, например, сделали. А инсталлирован на спаситель, потом ее наклеили на крест уже. Крест отдельно, крест отдельно, потом наклеили. Что здесь за молитвы? Вот скажем вот это. Ну вот. Христи Италии, не ин. Чинам. Если на русском, то Христу твоему поклоняемся, Христе. Ну и дальше там молитва такая.